Полезный город. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полезный город». В студии Инга Дегтярева. И сегодня у меня вновь в гостях генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день. Добрый день. Павел, в прошлой программе мы с вами говорили о том, что за услуга такая технический заказчик. Я напомню нашим радиослушателям, что это доверенное лицо инвестора при управлении строительным проектом. Правильно? Все верно. Вот, давайте сегодня поговорим, из каких этапов состоит как раз сама услуга и ведение вот этого проекта от идеи до ввода в эксплуатацию. Ну, в первую очередь, это зависит от того, насколько рано обратился к нам наш инвестор, наш клиент. То есть, если он обратился на стадии идеи, то мы обсуждаем непосредственно идею, что он хочет, воплощаем ее в некий формат, так скажем, комплект технических параметров здания, сооружения, и уже от этого отталкиваемся, там идем на проектное проектирование, изыскание и так далее. То есть в основном этапы состоят из основных, это идея, концепт так называемый, проектный этап проектирования, изыскания, далее уже получение всей разрешительной документации, пакет собирается, само строительство, завершение строительства, вот объекта в эксплуатацию. И там уже идет после гарантийного обслуживания. То есть самый сложный, значит, этап – это сбор всей исполнительной документации, разрешительная документация, исполнительная, ввод в эксплуатацию и сопровождение строительства. Это огромный комплекс, так скажем, работ, которые проводятся на объекте в целом. Ну, то есть, если у меня есть идея, я могу к вам обратиться и сказать: ребят, я хочу построить вот такой огромный торговый центр, вы мне поможете эту идею воплотить в жизнь, да, перенести ее на бумагу в виде проекта, скажем, да, так. Да. И когда мы дойдем до той стадии, когда я начну бегать по всем инстанциям, вы мне скажете, что я могу спокойно заниматься своими делами. Зарабатывать деньги, лежать где-то на курорте, а мы будем непосредственно воплощать вашу идею в жизнь. И все. И все. И больше от меня ничего не нужно. От вас больше ничего не нужно. Единственное, что это полное финансирование объекта. И с нашей стороны это качественное исполнение своих услуг, качественная стройка, сбор всей документации, согласование и, соответственно, вот объект в эксплуатацию, который будет уже приносить либо прибыль, либо общественное здание, которое будет радовать горожан. Ну, то есть моя главная задача — придумать и найти деньги, передать это бразды правления этим вам, да, и в результате получить, да, свою мечту. В общих чертах такие есть. Понятно, Павел. Спасибо огромное. Это была программа «Полезный город». В гостях у меня был руководитель компании КЭСа Павел Рылов. Павел, спасибо огромное вам. Более полную информацию вы можете получить в компании, обратившись по адресу: улица Московская, 107Б, бизнес-центр Московский, 10 этаж. Контактный телефон 219-900. Полезный город.